Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это пустые баночки, ну, наверное, месяца за два. Я уехала, так и не сняла, сколько-то ездила у меня тут. Хозяюшка по дому генералила, 15 смен работала в тишине, да, без нас, и, конечно, накопилось много чего, очень много. Итак, давайте я буду расчищать место, чтобы было удобнее. Во-первых, мы поменяли шарики для устранения запахов в холодильнике обязательно. После приезда артикул 111.60, вот мы две упаковочки используем, потому что у нас большой холодильник. Дальше, таблетки для посудомоечных машин, две упаковки. Моя хозяйка по дому, она знаете, что сказала? Она сказала, что они лучше, чем Хонгнум Гринли. Но мне Хонгнум Гринли вроде бы как нравится больше, но она сказала, что эти как будто бы лучше ей нравятся. В общем, не знаю, на самом деле не подскажу. Вроде бы и то, и другое, потому что когда у меня бывают выходные, мы же сами посудомойку запускаем. Артикул 30.060. Так, далее закончилась аромадиффузоры Sparkling Lights. Три штучки. Мой, наверное, самый любимейший аромат Sparkling Lights. Смотрите, сколько на них пыли за месяц накопилось. Вот такие вот красавчики. Также масло чайного дерева и масло эвкалипта. По одной штучке закончилось. Смотрите, масло эвкалипта, оно известно антисептическим действием, оно нормализует работу сальных желез, успокаивает состояние кожи при угревой сыпи, восстанавливает кожу, способствует устранению перхоти и снижает выпадение волос. Прохладный аромат создает атмосферу ясности и настраивает на интеллектуальный труд. Поддерживает организм холодный сезон. Артикул у эвкалипта получается 13.46, а артикул у чайного дерева 13.44. Чайное дерево это тоже антибактериальное средство, оно очищает, улучшает защитные функции кожи, освежает, охлаждает, улучшает состояние кожи, склонной к жирности и появлению несовершенств, снимает напряжение после длительной ходьбы, можно наносить, да, его там на ноги, еще куда-то с кремом со своим перемешивать, или с кремом для лица его можно перемешивать. И также свежий травяной аромат создает атмосферу чистоты. В общем, такая вот красота. Далее закончилось мыло для кухни, устраняющее запахи, 302.10. Потом, значит, мы перестирывали шторы, пока меня не было, да, то есть заказ пришел, мы перестирывали шторы. Они немножечко тут повредили упаковочку, не буду шабаршать, возьму неповрежденную. Цена идет 20 стирок, артикул 308.46. Отличное средство, мне очень понравилось. Ну, как бы я пока не могу сказать, что тут, да, действительно там свежесть на большое количество недель, аж 12 недель нам тут говорят, да. Видите, на упаковке написано, да, до 12 недель. Я не знаю, насколько это правда, потому что 12 недель это слишком много. И мне кажется, что шторы нет, они 12 недель не будут пахнуть. Также он идет как уход за тканей, и ткани становятся без статического электричества, идеально для постельного белья. Ну, в общем, посмотрим. Еще не все белье мы исстелили, как вернулись, но вот начали перестирывать и шторы, и все. И вот у нас, пожалуйста, три пустышки. Мне больше понравился свежий зеленый аромат. У ягод ягодная энергия, артикул 308.46, а свежий зеленый аромат 308.47 у ягод, а свежий зеленый аромат 308.46. В общем, красота еще та, мне очень-очень понравилось, и я прямо вот с превеликим удовольствием прощаюсь с этими пустышками и могу сказать, что буду заказывать еще. Они кладутся просто в барабан при стирке и растворяются во время стирки, или можно их положить в порошок, то есть как хочется. Дальше, в принципе, очень много таких вот штучек у нас заканчивается, 17.02, но чтобы они были в пустышках, это огромная редкость. Это антибактериальный гель для рук, эффективно очищает, дезинфицирует кожу. Тут как раз таки масла антибактерицидные и хлордексидин, в общем-то, все, что нужно. Дальше, концентрированный гель для стирки детского белья, 115.15, так, две штучки. Концентрированный гель для стирки белого белья, ну тут просто бесконечное его множество, так, 4... 5, получается 6, 7. Вот 7 штук за 2 месяца, да, накопилось. Артикул 118.42. Делает белое реально белым, без серого оттенка. Очень нравится. Дальше закончилось. Перестали курточки стирать, да, наконец-то все перестирали. Концентрированный гель для стирки деликатного 118.40, поэтому одна штучка так мало. И концентрированный гель для стирки цветных тканей 118.43. В общем, такие вот красавчики. Далее отбеливатель кислородный Extra White. Чем он мне нравится? Тем, что он действительно хорошо работает, он без запаха идет, его надолго хватает, в составе идет такая вот лопаточка, которая при покупке дополнительно добавляется, артикул 328.
Дальше универсальный спрей пятновыводитель. У нас с вами 3 штучки, а 2 штучки закончилось. 301-51. Такой же мы брали с собой в поездку, но что-то вот не сняла я в пустышках этот спрей пятновыводитель, хотя он нас очень много раз выручал. Вот даже если в отеле сдаешь одежду в стирку, я всегда спреем пятновыводителем обрабатываю вещь, если пятна там действительно мощные были. Далее биопятновыводитель. Я одну штуку только заказала, к сожалению. Надо было хотя бы штук 5, но я просто не исправила, как обычно в корзине. Артикул 119.84, биопятновыводитель. Так, дальше, биокондиционер для белья. Вот честно, наверное, больше брать не буду. Он мне, ну, не нравится запах. Тут идет натуральный запах эфирных масел. Вот представляете, очень люблю эфирные масла, но что-то вот как-то не зашел мне этот аромат. Ну, хотя остальные качества на высоте. Артикул 108.96. Ну, поэтому и много кондиционеров. Да, вот мой любимый восточный пион 118.53. Очень вкусно пахнет, очень клево пахнет, да, то есть его действительно тут много. 4 штучки. Дальше концентрированный гель для мытья посуды. Нет, да все равно что-то моем вручную, что-то нельзя в посудомойку добавлять. 30.095, это идет кристальный блеск, концентрированный гель с ароматом лесной малины. Ну, действительно вкусно, вкусно. Так, спрей для очищения ванны душевых кабин. Артикул 391. Очень нравится, он у меня неоднократно в пустышках. Далее, дезинфицирующее средство, универсальное, антибактериальное. Оно идет у меня в робот-пылесос. То есть мы пополам разбавляем вот таким образом. Биогель для очищения туалета, хвойный микс. Ой, артикул-то ж я не сказала. 301-36. Оно безопасно для животных, можно ноги обрабатывать, там еще что-то. В принципе, великолепная штучка. Далее, биогель для очищения туалета для жесткой воды. Артикул 108-98. Мыли стекла. Пока меня не было, да, мыли окна, поэтому две упаковки прям, ну, квартира семикомнатная, плюс кухня восьмая, плюс два балкона, в общем, окна мыли. Артикул 30.048. Дальше, помыли все диваны, в принципе, претензий к этому средству нет. Мы помыли все диваны, особо нет никакого запаха, ничего, то есть вещь великолепная. Но сильное, прям мощное загрязнение оно все-таки не убрало. У меня есть в квартире такая полочка, где много-много цветов. И под эту полочку попало кресло. И вот с цветов капало в это кресло, потому что кто-то перепалил цветы. И так получилось, что вот этот пенный очиститель, мы сейчас вот приехали из отпуска и увидели, что одно кресло, вот боковушка вся в таких сильных-сильных разводах, и оно не срабатывает, вот этот пенный очиститель. То есть грязь туда глубоко попала, и мы не можем ее вымыть, вот эту грязь. 302-52. Сверху стало светлее, но вот эти разводы, их все равно видно, потому что они идут изнутри. Поэтому 302-52, я так считаю, что это для косметического, да, чего-то косметического, не сильно загрязненного. А если загрязнение супер-мега сильное, то нужно уже вот этих профессионалов с химией, с вредной химией вызывать, и потом или дверь оставлять открытую, чтобы все это выветривалось, или кресло на балкон выставлять, чтобы они там выветривались. Далее, аромадиффузоры Relax. Это те же самые. Палочки мы достаем, чтобы просто переставлять в новые. Ой, все-таки Relax мне нравится меньше всех, но тоже очень приятный. Дочке своей ставим в спальню. Артикул 10.058. Вот две штучки испарилось, пока мы ездили. Они испарялись в пустой квартире. Ну, а вот почему-то не закрыли, почему-то не убрали. Оно нам надо было, вроде бы как не надо было, но вот мы почему-то не убрали. Далее, вот разочаровалась в этом освежителе. Он стал пахнуть по-другому. Артикул 80.06. Запах абсолютно не какая-то сложная парфюмерная штука-дрюка, да, вот такая приятная, какая она была, она стала немножечко какая-то, ну, чуть-чуть другая и более такая химозная и менее вкусная. Вот, поэтому я их дорасходую и буду заказывать уже вот этот вот аквафтический биоосвежитель на мягкой воде с биокультурами и эфирными маслами с артикулом 109.01. Вот этот мне нравится, такой озоновый, приятный, свежий, легкий аромат. Причем, если вы его наносите вечером, то у нас с вами получается еще эффект немножечко такого успокоения, что ли, да, то есть тут тоже очень-очень приятно. Так, далее, чистящий крем универсальный с микрогранулами, лимонная свежесть. Очень нравится ей мыть ставни окон, двери, да, ну вот и все такое. Артикул 302-53, ножки стульев, да, то есть вот такое вот все. Так, дальше, универсальное моющее средство, ну, оно идет для всего. И можно и пол мыть, и кафель мыть, и эти же ножки мыть, если они не нужен вот такой мощный крем, то вот этот послабже, да, идет без микрогранул уже, просто как гель. Он быстро удаляет следы стойких загрязнений, написано, но вот, честно, стойких загрязнений я как-то особо не видела, поэтому не подскажу. Гель для интимной гигиены, для чувствительной кожи, артикул 87-22 с афродизиаками, все-таки остается мой любимый.
Этот слишком сладкий, мне не понравился, потому что аромат просто, не знаю, сладкущий, бьет в нос. Ну, как-то хочется свежести, а не сладости вот этой вот непонятной. Он идет, какая-то вот, не знаю, засахаренная земляника, наверное, вот такой аромат у нее. 26,99 артикул. Вот это все-таки лучше всего. Так, дальше. 28,72. Это просто мыло обновляющее, крем-мыло для рук. Мне очень нравится тем, что разненькие ароматы. И вот именно этот персиковый аромат, он такая свежинка идет, как будто персиковый сок достали из упаковочки. Натуральный, не из варенья. Да, вот две таких штучки закончилось. Далее жидкое мыло разненькое, опять-таки 23,56 с карамельным каким-то привкусом. И малинковое, как Вика говорит. Я говорю, Вик, какое-то мыло малинковое. Я говорю, понятно, 23,88. И жидкое мыло с хлор Дикси Дином 27,17 стоит на кухне у нас. Дальше маска бальзам сбалансированный микробиом здоровая кожа головы. Израсходовала, потому что начал подходить срок. Честно скажу, что не увидела в ней ничего особенного. 12,75. Мне, наверное, не чувствительна кожа головы. В этом-то все и дело. Дальше маска питания укрепления для всех типов волос 12,61. Это у нас маска получается тоже 12,61. Нравится. Ой, ребят, сняла волосы нарощенные. В общем, мне не нравится теперь моя шевелюра. Мне кажется, мало. Мне кажется, что нарощенные волосы были слишком длинными. И для моих тонких волос это вот, знаете, вот как ресницы наращиваешь, потом снимаешь, а ресниц уже нет. Вот, то же самое было с нарощенными волосами. Наращивали волосы больше года. И я потом увидела, что как будто волос стало меньше, много каких волос обломилось и так далее. И вот уже буквально за неделю вот это все израсходовала и еще буду делать, еще хочу в салон сходить на озонотерапию для головы, чтобы волосы начали уже расти. Еще от Molecula Force хочу открыть сейчас на данный момент для волос и ногтей комплекс и пропить тоже еще и его. Артикул 1693 вот у этих ампул, то есть это такие вот ампулы, чем они мне нравятся? Тем, что я чувствую тепло, я чувствую, что они работают. 6 ампул таких вот в упаковке. Это, во-первых, да, ну вот мне 2 ампулы на голову хватает, мне не хватает одной ампулы на всю голову. Ну вот 2, как минимум 2. И, значит, нужно, если хотите интенсивный уход, чтобы быстро восстановиться, да, это 3-4 ампулы в неделю надо использовать целый месяц. Угу. А поддерживающий цикл, это с частотой 2-3 раза в неделю в течение 3-4 месяцев. В общем, я вот это сейчас буду проделывать, грубо говоря, интенсивный уход буду делать. Потому что, смотрите, 2-3 раза и 3-4 ампулы в неделю. То есть, ну, тут как бы одно и то же получается. Я буду это делать после каждой помывки головы просто. Вот так я решила. Вот, голову я мою, когда каждый день, когда через день. Ну, в общем, будет интенсивный у меня уход. Я их закажу себе, ну, не знаю, упаковочек 5 точно закажу. Тут 6 ампул, 2 ампулы на один раз у меня. Ну, не получается у меня одну ампулу на одно применение. Никак. Это просто вот по центру намазать, размазать, покапать и так далее. А на виски и затылок уже как бы, ну вот у меня не остается, например. Не знаю, вот поделитесь, кто пользовался, но что я, что девчонки очень это средство похвалили. Очень похвалили. Дальше, вот такое средство. Интенсивная сыворотка, стимулятор роста волос 26-38. Я ей тоже пользовалась очень редко. Она у меня стояла в ванной. Иногда после помывки головы я ее то вотру, то не вотру, то забуду, то не забуду. И я ее толком не протестировала и не буду врать, что ничего про нее сказать не могу. Единственное, что могу сказать, что вот у этой сыворотки отличие вот от ампул, то, что она, если вы ее нанесли на чистую голову, души наивные, да, то голова будет как будто грязная. Но я не стала ее уже. Уже, ну, когда они высохли, она стала как будто грязная. Я не стала перемывать, я воспользовалась сухим шампунем, но поняла, что это я могу наносить, вот если я с утра мою голову, то я нанесла на ночь, да, кто меня там ночью особо видит, если я легла спать. Вот таким образом ее использовать. В общем, у меня еще одна штука осталась, я ее тоже дорасходую в перемешку с этим средством, буду чередовать, израсходую, и больше я заказывать не буду из-за такого эффекта. Тут все-таки он не дает эффект грязных волос, но я чувствую вот теплоту, все, и чувствую, что он работает. То есть вот так вот. Про интенсивность сказать не могу. Все мы с вами знаем, что если мы с вами сегодня поухаживали за головой, то новые волоски, там выпадение волосков, остановка выпадения волосков, она происходит сразу. А вот новые волоски, да, пока волос там сформируется, может проснуться спящие, да, вот эти фолликулы, которые пока спят на отдыхе. Там, ну, в общем, там очень сложно, да, вот я общалась с трихологом, там вообще очень сложный процесс. И за неделю, понятно, волосы, они не вырастут по пояс, если у вас каре. Тут, конечно, надо смотреть, поэтому хвалить не буду.
но ничего плохого не скажу, кроме того, что башка жирнится. Мне не понравился вот этот эффект. Дальше, любимый шампунь мужа, зеленый чай с перетеном цинка для жирных волос 1303. Он прям очень-очень его любит. Дальше, значит, 3+, пена для ванн 28,82. Меняющий цвет, кстати. Ну, ребенку прикольно подековаться, подековаться. Вот это я с братом пообщался, его любимое слово, наверное. Дальше, интенсивно очищающий шампунь для жирных волос 0,1,91. Это Катюшка у меня пользуется. Мы пока вместе живем снова, поэтому вот так вот. Шампунь Love. Он идет как для всех типов волос. В принципе, нормальный, понравился. 28-30, 400 мл. Достойный, хороший шампунь. Далее, очень не люблю этот гель за его непонятный какой-то фу-запах. Запах облепиха, тут еще что-то какой-то запах. В общем, вообще не люблю. А, облепиха и календула. В общем, это сочетание того, что я терпеть ненавижу. Меня раздражает этот аромат, но моя старшая дочка любит. 29-08 любит и вот измыла за месяц сама вот его. Дальше, пена для бритья. 0,5-2,0. И пойдем с вами по водичкам. Ага, мне еще тут маски мешают. Прежде чем водички снять, надо еще маски отснять. Так, много израсходовала, но куда-то дело. Это такие вот патчи для глаз, которые наносятся и на верхнее, и на нижнее веко. Артикул у них 14-13. Они тут очень много что делают. Действительно делают. Действительно мне понравились. Прям похвалю. Маска антивозрастная молодость сделала 0,072. И вчера сделала вот эту. Вот чисто по приколу сделала. Не могу, жарко. Ну вот жарко. Я сделала так хорошо, прохладненько сходить с маской на лице. 2,070. Обновляющая маска. Так, детская зубная паста 51,12. Сила минералов. Средней термоядерности 22,47. Новая детская зубная паста, которая идет со фтором 28,85. Это уже для тех, у кого зубки начали меняться. Еще одна детская зубная паста 51,12. Выкинула я свой кушон, потому что очень много пользовалась им в Таджикистане на вспотевшее лицо, поэтому я не могу сказать, что он закончился, но я сюда еще подливала, да, то есть красивый такой оттеночек, все здорово, все классно, великолепно, артикул 66-40, это прям мой тон, все нравится, но убрала его из обихода через месяца, наверное, 4 использования. Как я им пользуюсь? Он у меня лежит только в сумочке, и если там тоналка стирается, там вспотело сильно, тон поплыл, еще что-то, я могу им немножечко перед тем, как снять какой-то там reels, shorts, stories и так далее, немножечко, если есть где-то какие-то недостатки, подправить лицо. То есть получается таким образом, я подправляла им месяца 4, он уже открытый. Я не знаю, сколько он, кстати, годен после вскрытия. Это, наверное, на упаковке написано или тут написано. Нет, тут точно ничего нету. А, вот из-под него коробка. А, 12 месяцев он после вскрытия годен, но так как я поправляла потное, неумытое лицо, то я решила, что нет, я не буду им больше пользоваться, а то можно какое-нибудь раздражение получить. Так, значит, закончился у меня аромат манго. Это был дежурный, я не люблю сладкие такие тяжелые ароматы, но этот аромат не сильно тяжелый, он какая-то доля там свежинки, еще чего-то есть, но прям манго-манго, это моноаромат. Тут нет никаких там фольклорных пирамид и так далее, это просто аромат манго, очень приятный, но не на мне, чтобы он был. Так, дальше променад. Это морской бриз, очень приятная парфюмерная вода, тоже вот где же артикул, неудобно, да, сказать. Так, и Нирали Оранжери. Честно скажу, я ее заказывала, она очень недорогая вода, прямо очень, это сильнейший масс-маркет. И я ее заказывала для чего? Для того, чтобы делать ароматнее свою уборную. Мне нравился аромат там, вот этот вот, но сейчас у меня там стоят аромадиффузоры и так далее от компании Faberlic, поэтому я вот перестала это делать. Ну, вчера увидела, говорю, ну вот чуть-чуть осталось, думаю, дай просто по квартире пройдусь, побрызгаю. Для меня этот аромат, не на себя я его наносила, это такой зеленый приятный аромат, а именно я ходила просто по квартире и по уборным распыляла. Я не могу его представить на себе, это не тот аромат, который на себе должен быть. Ну, мое личное мнение, скорее всего, даже личное мнение моего носа. Да, вот так вот закончился мой любимый дезодорант для крем. 100 лет сейчас его не буду заказывать, потому что очень много дезодорантов по ВИПу заказала, придется их расходовать. Ну, как придется. Они мне нравятся, они клевые. Артикул 86-48. Отличный дезодорант с очень приятным ароматом мяты, со освежающей мятой. Прям, вот, знаете, такая мятная жвачка. Хорошенькая. Далее, дорасходовала, дабы срок не вышел, больше не куплю. Артикул 15-04, мицеллярный лосьон. Ну, он как бы до 07-20
24-го, но открытый стоит давно. От срок открытия 6 месяцев. У меня вот по открытию вот этому точно просрок уже, но я израсходовала. Значит, что он делает? Он идет для проблемной кожи лица, поддерживает идеальный баланс кожи, очищает, с экстрактом гамма-мелисса идет. В общем-то, неплохой, но запах нет. Запах мне прям очень не понравился. Далее, мой любимый как раз таки тоник, который нравится запах. Аромат такой свежести очень приятный. 28-21 артикул. Тоник для лица. Умывалочка гиалуроника шикарная. 28-20. Тоже хорошо пенится, приятный аромат. Очищающее молочко. 0,9-71. Когда я наношу мицеллярку, после мицеллярки обязательно молочко. После молочка, уже молочко, когда смываю, то тоник. То есть вот такая система. Тоже израсходовала, дабы срок не вышел. 7-23 год. А вот видите, да, то есть достояла до того, что уже думаю, ладно, ну жалко выкинуть. Ну я не могу так купить, потом выкидывать. Это все равно, что взять живые деньги и порвать их. Ну, мы же с вами их не рвем, поэтому вот за это меня не ругать. Я очень не люблю выкидывать вещи. Дальше. Это нежный увлажняющий спрей для лица. Удерживает влагу в клетках после каждого применения. Обеспечивает интенсивный стойкий эффект благодаря аминокислотам, микроводорослей и минералам из морской воды в составе. Но это невозможный аромат. Мне он очень не понравился. Он какой-то прогорклый. Ну, непонятный, горечь какая-то непонятная, то есть не заценила. Эффект, может быть, и был, но я им пользовалась редко и вот не заценила. Сыворотка для лица Age Power, гиалуроник, к сожалению, нет артикула. Пользуюсь ей не так часто, наверное, надо уже на каждый день переходить, все-таки 40 лет, но пользуюсь ей не часто, беру ее с собой в поездки, чтобы выглядеть там хорошо, тут хорошо, на общих собраниях. Почему? Потому что, когда встаешь рано, когда не высыпаешься, когда тратишь много энергии на разговоры по душам, на выступления на сцене и так далее, да, то есть тратишь энергию, больше тратится, чем приходит. Бывают такие дни и даже недели, то я пользуюсь вот этим вот шприцом. Заранее начинаю, уже с утра встала, уход, очищение и так далее, и сразу шприц. Только так. Он действительно хорошо разглаживает, действительно лицо моложе становится, все действительно лучше. Дальше. Дорасходовала восстанавливающую сыворотку для всех типов волос 7734. Очень достойная вещь. В качестве дневного ухода при сильном повреждении волос мы наносим средство на сухие кончики волос и не смываем. Я прям с середины пошла и вниз. У меня все кончики очень даже пережженные, да, пережженные, я блондинка, поврежденные, пережженные, и в качестве ночного ухода тоже его можно использовать. У него приятный цвет, вкус, аромат, консистенция, да, то есть вот он, вы его наносите, он не утяжеляет, он впитывается, аромат какой-то такой нежной, легкой, еле-еле невесомой сладостью, какой-то такой, вот знаете, очень-очень приятной, поэтому нравится. Дальше закончилась Монарда с витамином Е. Оно идет для ногтей, восстанавливает, питает и так далее. В общем, нравится. Закажу еще. Ну, у меня еще есть, но я еще потом закажу, когда закончится. Дорасходовала. Впервые у меня в пустышках. Дорасходовала вот такую еще красоту. Эта серия Miss Skinny идет как крем для тонуса кожи вокруг глаз. Ну, что могу сказать? Все понравилось, все здорово. Оно откручивается, кстати, не открывается. Единственное, что я не поняла, зачем вот эта вот пушистая штучка, если ей вот так долго-долго на глаз наносить, может быть, это какой-то массаж, не массаж, не знаю, специально чуть-чуть оставила, но на самом деле не подскажу, потому что все назад собирается, то есть если вот так притапливающими движениями, ну, блин, полгода пройдет. То есть вот эту пушистую штукенцию я не поняла, но на самом деле очень классно. Дальше, с неприятным ароматом, но очень достойный мягкий скраб для рук с частичками абрикосовых косточек. Я им и ноги, и все скрабировала подряд в ванной. 28.05, понравился. Нормальный такой, дежурный. Ну, второй раз желание заказать не появилось. Далее, еще одна новейшая пустышка, впервые у меня в баночках. Ночной крем для лица. Понравился. Реально понравился. Что тут написано? Фильтрат бифидобактерий создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры. Я не знаю, как это проверить. Укрепляет кожный иммунитет. Карнозин предотвращает реакцию гликозирования, тем самым замедляет старение. Ну, я думаю, что да. И мадекасоцит стимулирует синтез коллагена первого и третьего типов, возвращает кожу упругость, разглаживает морщины, комплекс церамидов останавливает кожный барьер. Ну вот кожный барьер тоже не скажу по поводу морщин вообще, да. Цвет лица действительно хороший такой у меня и остался, да, морщин действительно не прибавилось. Не могу сказать, что прям супер-мега убавилось, но не прибавилось. Также экстракт зерен овса обладает увлажняющим, укрепляющим свойством увлажнения, тоже хорошее. 13.72 артикул. Но не забывайте, что я все это еще делаю с кислородным бальзамом. Дальше. Прожужжала вам уже про него уши. Он действительно дорогой, вы правы, что вы это пишете в комментариях, это действительно так. Но вот этот универсальный биорегулятор живой ткани на основе пепнальных септидов Signal One
Это вещь, которая спасает меня много-много от чего. Даже вот, смотрите, да, вот заусенница, я ее решила оторвать по дороге домой. У меня все взбухло-пухло. Вот такой вот палец стучит, мне больно. Я вот так вот раз нанесла. О, кстати, там еще что-то осталось. Очень хорошо, что я туда залезла, да, вот так вот налепала. Просто с ним посидела, и у меня буквально 5 минут все прошло. Практически мгновенная, ребят, реакция, да, то есть мгновенная. И, честно сказать, ну как можно вообще не заказать его себе, чтобы он был? Заказываю по 5 и по 10 штук, и соседи у меня его уже начали брать. Дальше, с артикулом 0149, сыворотка для лица, антивозрастной уход, 45+, активный лифтинг эффект. Тут идет аромат туберозы, который я не очень-то и люблю, но все, да, закончилось. Хотела побольше оставить, но я думаю, этого хватит. Но, опять-таки, с другой стороны, оно действительно классно разглаживает. Если я вот с утра, после этой линейки, уже через 2 недели увидела, знаете, какой эффект? Целиком я ее использовала, да, то есть для век, дневной, ночной и вот этот. Сейчас опишу. Вот с утра вы просыпаетесь, где-то после 35-30 это начинается, да, смотря кто как за собой до 30 следил. Если вообще не следили, то заломы уже в 30 появляются, если следили, то где-то в 35-45. Посмотря еще вредные привычки, там, кофе, жилье в центре города, да, то есть вот это все, наследственность, да, то есть вот, в общем, все-все-все, если это брать, то у каждого свой биологический возраст, независимо от возраста вообще, который в паспорте указан. Вот, что я хотела донести. И каждый начинает стареть по-своему. Вот я в 37 лет начала замечать, что я с утра просыпаюсь, у меня на лице остаются заломы, которые очень сложно разгладить. И они, если я как-то вот криво-косо поспала, отлежала лицо, то в итоге у меня получается на лице длительная, как обяка, чуть не до самого обеда она разглаживалась. И вот когда я Блюм полностью, всю линейку Блюм, вот именно, что вот это вот 45+ прошла, у меня эти заломы, просто я вот ручкой немножечко поработала, шприц вот этот вот нанесла, заломы уходят. Понимаете, они быстро уходят, эти заломы. И я, в принципе, могу сказать, что Блюм – это та линейка, которую должна пройти каждая женщина, которая старше 35. Дальше. Классика, аптечка, малофтилин. Крышки почему, не знаю, разные, смотря как, наверное, производят, 709-12. Дальше. Детский, это зубная паста. С умыванием, зубная паста со вкусом клубники 3+, идет дальше, сыворотка тоже очень нравится, 13.08 для лица. Так, вот и он, кислородный бальзам, который я всегда наношу в перемешку со всеми кремами, 58.06, красавчик просто, очень старый крем, 64.80, в принципе, понравился, все здорово, великолепно, но он не стойкий, он в жару не стойкий, его нужно наносить или на какое-то стойкое покрытие, или еще на что-то. Дальше, помните, да, вот эту штуку-дрюку, непонятно происхождения, артикула нет, она уже в распродаже, не рекомендую абсолютно никому. Это какая-то, ну, я вот уже ее выдавила, да, даже шанса не было остаться, да, вот видите, потекло, да, какая-то вот такая вот водица. Запаха нет никакого, консистенции нет никакой, и вообще я не почувствовала никакого эффекта на волосах. И честно вам скажу, я ее вылила целиком. В общем, артикул не скажу, он вам и не нужен. Это новейшая новинка, я ее брала по ВИПу. Вот она, наконец-то, через 2 месяца оказалась у меня в пустышках, потому что я один раз попользовалась, не поняла и отложила. Потом думаю, да расходую. И просто вылила на ладошки, разнесла по волосам, волосы расчесала. Волосы не склеивает. За волосами я не могу сказать, что ухаживает. В общем, я не поняла это средство. Это вода водой. Абсолютная вода водой. Извините уже меня, консультанты Фаберлик, не на меня тапками закидывать. Я не виновата. Я не поняла. Вот пережженная блондинка не поняла, как говорится. Так, гидрогелевые патчи вокруг глаз. Тоже нет артикула, елки зеленые. Очень понравились. Великолепные патчи. Тут есть ложечка. Все, в общем, очень понравилось. В общем, все трое патчей мне нравятся. Вот эти, конечно, вот эти патчи именно. Пусть они и узкие. Я, по-моему, туда положила, чтобы вам показать их узкие. А нет, ничего не положила. В общем, они узкие. Они в 3 раза меньше, например, чем вот эти зеленые. Но то, что они делают с морщинами, это что-то невероятное. Вам Вик Миракл похвалю, закажу еще раз и буду еще и дарить. Если эти, ну так, подубирают, разглаживают, подубирают цвет глаз, как-то, ну, под глазками цвет лучше наводят, ну, освежают. Вот комплексное освежение, да, вот это больше увлажняет, это больше питает. Они прям шикарные в этом моменте, очень хорошо срабатывают. Но когда я положила вот этот патч на свою морщину на лбу и где-то минут через 15, ну, не засекала время, но где-то точно не менее 15 минут, я снимаю этот патч, и у меня ее нет. Вообще нет, понимаете? Я была в таком шоке. Конечно, это помогают кремы. Если кожа не напитанная, обезвоженная, он так не поможет хорошо, да? Но если кожа напитана, все замечательно,
просто нет морщины, понимаете, ее нет. Я в шоке была в таком. Поэтому вот этот вам векмерка, пусть и не маленький, но я их хвалю. И знаю, в каких ситуациях они меня будут выручать, да, когда я посплю на боку, и у меня опять сомнется все веко. Дальше, Good Flora, обязательно ее пьют первый месяц. Вот если вы собираетесь с БАДов начать, да, и хотите проверить, как ваше здоровье скажет вам спасибо за это, вот заказывайте Liver Support и Good Flora. И пейте месяца два на голодный желудок за 40 минут до еды. Когда мне это мой врач посоветовала, я прям почувствовала улучшение, просто шикарное. И через 2 месяца потом уже можно подключить Либеровер как антипаразит и пить тоже. Вот мы целый месяц пили, и я вам могу сказать, что эффект просто бомбезный, шикарный. Ну, радость какая-то, легкость, летать хочется, хотя на минуточку у меня есть лишний вес. Сейчас я пью, сегодня вот на момент съемки этого видео, мне мой врач прописала контроль сахара и эндокринку, буду пить. Артикул 15-685 Good Flora, будьте здоровы обязательно, это очень хорошая штука. И артикул 15-686 Liver Support, поддержка печени. Дальше кардио, пью его на постоянной основе, уже сейчас убрала кардио, начала пить Q10. Q10 от Faberlic, которые оранжевые. Кардио артикул 156-84, выручали меня куча ситуаций, и даже если чувствуется, что поднимается давление, да, у меня как раз с лишним весом давление связано, то 2 таблетки кардио плюс 2 таблетки магнио, тут прям 4 штуки, замахнули, накапали в воду 10 капель пихтовиты, вот 10 капель такой вот пихтовиты с артикулом 157-35. Все, давление может не подняться, ребята, не подняться. Но если давление от хондроза, то там уже, к сожалению, может и не помочь. Дальше дигидрохлорцетин. Пили целый месяц. В поездке по 2 штуки в день. 157,90. Омега-3 Форте. Пьем всей семьей, даже младшая дочка. 157,79. Тут омеги много. Сейчас я начала пить гастрокомфорт, не допила, открыла новую, и тут чуть-чуть, тут до сюда, в общем, объединила из одной, две сделала, потому что там чуть-чуть осталось, тоже очень классная штука, особенно когда изжога, выпили пару штук, все, изжоги нет, шикарно. Просто шикарно, действует мгновенно. 156-87 артикул. Вот такой коэнзим Q10 мы пропили. Сейчас переходим на коэнзим Q10 от компании Faberlic, не от Molecula Force. 157-200. Дальше прогумин закончился у нас. Ну, мы его, знаете, тут объем 30 мл. Его надо по 1 мл. 1 мл это 1 пипетка. В общем-то, мы приехали, просто все его пропили. Он не очень вкусный, больше брать его не буду. 157-48. Дальше чага сибирская. Пьет у меня исключительно муж ее. Ой, ой, какая красота. Господи, что с ней случилось? Где тут артикул? Ну, это, наверное, муж так накладывает. 157-49. Она тоже от всего, от всего. Тут идет чистый экстракт чаги сибирской. То есть все хорошо с ней. Муж пьет его за 40 минут до обеда. Дальше. Иммуномодулятор. Я проболела очень сильно. Иммуномодулятор Форте я пропила. Иммуностимулятор я пропила. Вот, кстати, Форте. Вот Форте. Вот этот я закончила пить. 156,79. Сейчас я перешла вот на этот иммуномодулятор от Чистоты. Одна баночка стоит 3300 рублей. Артикул 158,25. Так и то по моей цене. Да, не по цене каталога, а по моей цене. Тут идет сигнальный пептид, который очень много чего делает хорошего для нас. Потому что тут, смотрите, Signum 11 пептид комплекс, витамин А, В1, В2, В3, ПП, В4, Е, Ф, Д, К и так далее. То есть он очень шикарный в своем исполнении, поэтому я с превеликим удовольствием его порекомендую. Потому что, когда я приехала, я подцепила, оказывается, второй ковид, я не знала об этом. И, конечно же, я не понимала, что я кашляла очень сильно один вечер. И я закашляла до такой степени, что я уже взяла вот этот иммуномодулятор, 5 штук, выпила по совету врача. И вы представляете, проходит буквально минут, может, 15-20, и я чувствую, что у меня кашель меньше, и голова начала проходить. Поэтому сейчас по 2 штучки я его буду пить в день. Хотя надо по 2-2 раза в день, я просто пропью по 2 в день. Не буду много пить. Так, секреты Востока, черный тмин, кристаль хинди, хельгу. За неделю выпили втроем с Катюшей и с Антоном со мной. По 2 штуки 2 раза в день пили. В общем, классно, черный тмин. Вот, 157-10 артикул. Так, чернику допили, 157-26, острота зрения. В общем, мы уехали, вот все БАДы, которые мы оставили, да, там по чуть-чуть на дне было, вот все это за неделю у нас закончилось. Пропила метаап, получается, антипобра с собой брала. Тоже классная штука, тут в составе есть панкреатин, 153-39, что-то не то съел, заболел, он действует как мизим, панкреатин, амес, вот что-то типа этого, да, все вместе. Так, дальше омега-3 Форте. Нашли, представляете, что? Выпили сегодня с мужем, остатки тоже были. Не рекомендую, тут маленькая дозировка оказывается. А я его заказывала за такие деньги, такую маленькую дозировку. Еще одно секреты Востока. О, классная штука. Магниум хелат. То поосторожнее с ним. Знаете почему? Потому что мой муж днем его попил. 3 штуки
принципе, выпил днем. Ну, после жары сердце колотилось, я говорю, выпей-ка магний. И думаю, он у меня такой большой мальчик, да, он у меня 110 килограмм сейчас весит, вместо 130, как бы, молодец, следит за собой, начал следить. И я ему дала 3 штуки магний хелат. Угу. Ну и что вы думаете? Он меня вырубился через 20 минут и спал, и я его даже разбудить не могла. Сейчас он его пьет только на ночь. Артикул 158.01. У меня такого действия нет. Второй день жары в Таджикистане, он опять его выпил в обед. Мы ходили на обед, потом помогли кому-то сумку донести и так далее. И так получилось, что он опять его выпил днем, говорит, что-то сердце бьется, что-то мне тяжело, и опять вырубился. Я говорю, Антон, прекращай, говорю, пей на ночь, раз у тебя такая вот ситуация, говорю, пей на ночь. Калорий-блок пропивала 157-75, ну не знаю, насколько он помогает, честно скажу. Метап ускорение тоже как бы, его нужно сосчитать и со спортом, и со всем, и с диетой, да, то есть он помогает, он ускоряет. Ну, в общем, спорта и диеты не было. 156-21, но чувствовать я себя стала с этого спектра лучше. Я начала сразу пить метап, калорий-блок, гидрейн или Свит. Ну, они у меня просто не закончились, Лисвит с гидрейном, и вот метап, калорий-блок вот тут стоят. Ну, я могу сказать, что да, я почувствовала их, и если бы я начала заниматься спортом, там, хотя бы ходить, там, побольше, да, чем я хожу сейчас, то эффект был бы отличный. Я это прям почувствовала. Так, все, со здоровьем практически закончили. Заканчивается соль, 161.43. Кофе, куча кофе, добрый день. Сразу видно, да, что я люблю. 16.049. Псилиум, да, вот столько псилиума закончилось. Ну, у нас не было месяц, поэтому маловато. Так больше заканчивается, 157.64. Дальше, значит, один коктейль Wellness, потому что тему там оставили. 156.50. Имбирный напиток. Это Наташа пила, ей он очень нравится. 157.19. Далее коралловый кальций, ну тоже мало, потому что нас не было, 157.30. Дальше любимый чай мужа, фитоконцентрат, 157.15. Он идет и для похудения, и для ускорения. Антистресс мы даем иногда в Якутске, 156.67. Это очень классные парфюмерные наклейки с артикулом 38.26. Сахарат или сахара. Очень-очень-очень они понравились Викусе, она от них без ума. Вот тут вы увидите видео, как я ей на руки эти блестюшки наклеиваю. И, честно сказать, просто я считаю, что это некрасиво, да, показывать голый живот ребенка, но у нее весь живот в этих блестюшках. Ну, я просто уже показывать не стала, да. А вот как он на руке держится больше недели, очень вкусно пахнет. Мы вчера наклеили их опять, вот она очень захотела, она очень их просит. Мы их наклеили, и вы представляете, до сих пор аромат больше суток еще держит. Захарат эль сахра. В общем, 38.26, ребят. Классные наклейки, суперские наклейки. Переводятся легко. Так, кетчуп классический в ход пошел. 160.50. Прокладки ночные. 112.95. Влажная туалетная бумага. 304.01. Знаете, очень удобно. Вдруг забыли подложить туалетные бумаги вовремя в туалет, то влажная всегда валяется. И отлично все, в общем, происходит. Так, влажные салфетки универсальные, 30 штук, 115.50, очень люблю сначала протереть стол, потом начать работать, очень люблю, не люблю не протертые столы. Так, еще прокладки, старая версия, 112.89, так, и еще 112.95. Ну и впервые, наверное, я вам хочу показать вот такой вот рюкзак. Это от Faberlic, срок эксплуатации 2 года. Начал где-то что-то упадывать, но на самом деле он прекрасно сохранился, просто он затаскался и стал не очень красивым. Да так, на самом деле, просто великолепный рюкзак, отличнейшего качества. Вы посмотрите, ничего нигде вообще не треснуло, не порвалось. Просто тут уже все как бы плохо стало у нас. Видите, мы завязали. Тут уже замочек за 2 года начал, да, то есть вот он разъезжается, расходится. То есть просто решили выкинуть. Я заказала новый, но, к сожалению, маловат. В прошлом обзоре вы его видели. Но ничего страшного, думаю, что нормально. Или в позапрошлом он был в обзоре. Ну, серенький такой, с желтым помпончиком, да, кто смотрел. Он только на занятия туда-сюда. Вот, а рюкзак мы будем покупать еще в Якутске для школы, там, для учебников, тетрадей и так далее. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. Это были пустые баночки семьи Кононовых за 2 месяца.